я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Все здорово, на канале. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Серии надо только пройти через дыру и через чего. Всем на интернетного просмотра. Записайтесь с плюшками, с чайком, еще раз вам куда важнее. Всем приятнейшего просмотра, и усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. И Святой Скай, мы продолжаем проходить суперскую бомбическую игрушку Метро 2033. Ай, прикольно. Давайте быстренько подзорочка соберем, пойдем дальше. Это мои новые друзья, думаю, ждать меня не будут, а? Хотя, честно говоря, вот он круто сработал, кто бы не был, он круто вот этого чувака в прыжке убил. Просто очень реально такой... В общем, очень круто, мне понравилось, а? Поэтому огромное спасибо моим спасителям за спасение. Кому только Артем мне обязан за спасение, это капец, а? Сколько раз его спасали, честное слово, очень много раз было. Вот, реально, очень круто. А, давайте быстренько все расходим. Может, что-нибудь полезное и интересное найдем. Так уж, так уж. Опа! Ящик, крутяк. Опа! Патрончики, аптечки. Крутяк. Так, опа, еще ящик. Нифига себе, нам все не везет. Тут уже много ящиков. Давайте быстренько фонарь подзарядим. А то он сдох, а. Честно говоря, с вебкой игра намного интереснее проходить, чем без вебки. Я мог бы спокойненько игру бы эту пройти без вебки и Far Cry первый тоже. Но я хочу с вебкой. Единственное, что мне пока... Нет хорошего освещения, поэтому приходится ждать день, чтобы открыть штору и при дневном свете уже записывать видео, чтобы у меня было получше видео. Поэтому не судите меня столько за такое, более не такое суперское освещение. Со временем, когда будут деньги, я их куплю себе уже получше освещение, чтобы можно было спокойненько и ночью записывать классные видосики. Также потом стримы. Но стримы я еще вести буду не скоро, потому что мне совершенно еще рано это делать. Это точно знаю. Огромное вам всем спасибо за поддержку меня и моего канала, за ваши комментарии, за ваши лайки и подписку на мой канал. Я стараюсь за вас, и самое главное, мне это нравится. Не, прикольненько, они кокнули, реально молодцы. А, не будем тягать время, болтовней, пойдем дальше. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Тебе удача. Ничего, Пашкен, я узнал кожу, Пашкенчик, научусь. Вау, классная зачива, сейчас поучаствую я, будет получиться интересная и прикольненькая серия. Поэтому еще раз, с вас большие жирные лайки, ведь я стараюсь для вас. Открыть. Я
Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Окей, окей, Пашка, будем вести себя максимально естественно. Ай, блин, это ж кайфует, во-первых, просто реально, ну классно, ребята, ну ничего не скажешь, а? Супер, да. Опа, велик. Посмотрим, получится и получится у нас провести фашистов. А, нет, ну если не получится, у нас очень мощный и прикольный пулемет, поэтому всех убьем. Обачи. Нифига себе, не тут, блин, блокпост. Походу еще не заехали, но я вижу, что он очень большой. А, охренеть, сколько тут их, ё-моё шпиле. Три точивы, блин. А вот походу гестапо, скорее всего. Ё-моё. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! Это по машинам! Ну, в принципе, что нас раскроет, а? Ну, попытка и пытка, мы попытались, ничего не получилось. Ничего, так же наоборот веселее и интересней. Блин, две дрезины уничтожил. И я офицера грохнула. Опа. Блин, а к нему меня и хотели отвезти. Ты придурок, что я их убил Урман, сел. И Пашкен. Не быстрее, Пашечки, дрезины. Слева, Артём! Ага, понял тебя, Пашкен. Есть! Я 4 фашистские дрезины. Опа, еще походу достало. Враг с левого борта! Ага. Пошли, теперь еще поаккуратнее иди. Я пока буду прикрывать. Буквально хочу иди стрелять, а. Ага, сливали, а. Хочешь запоминать все эти блюдок, а. Сколько тут у вас тут? Понял, Пашкен. А где именно? Где, блин, сука, а все увидел. Это не наш, Артём! Есть! Минус 5 по 6 дрези. Не считай тех, кто не прожил 5. Теперь не считай, они тут постояли, а. Блин, сука, весь река в крови, а. Так, вот так лучше. Хотя, может, в принципе, так приблизить. Вот, как я смотрелся. А там что-то впереди. Что это? Это что, блин? Вась, Господи! Чё? Да нет, это же танк! Танк! Охренеть! Танк есть! Охренеть! Да что? Ой-ой-ой-ой! Пожалуйста, нет! Твою медь! Движок попал, а! Блюдок, а! Сарада! Двигатель повредил! Это, конечно, совершенно не вовремя, а! Да, какое-то местечко, а! Блин, наше точиво-то глупо, а! Пашкинский, пожалуйста, быстрей! Выручай, как сказать, ремонтируй. Я надеюсь на тебя, потому что вся надежда на тебя. Я пока буду прикрывать. Вот он, огонь! Опа, давай, давай, пошли. Ай,
Ха, ебава. Твою еще дрезина, ё-моё. Блин, классная серия, просто бомбическая серия. Позади нас! А, вижу, вижу по всем, только не вижу по стрелять, а. Как все это я. Давай, давай, он что, очень тупее. Есть! Минус 6 по шишке дрезин. Это такая прикольная, как путь загородили, поэтому они не скоро проедут. Проскочили. С тобой полностью согласен, Пашка. Я думал, мы там, я думал, мы еще здесь останемся. Ага. Ёбству иметь, вагончик. Вау. Опа. А, ну, откройте его. Вау, прикольный тут такой. Тут классный, прикольный, да, местечко. Опачи. Вот. Да-да-да, реально прикольник. Ну, конечно, похоже, тупик впереди, а. Придется с точилой слезать, а. Пешка зря вам уже идти. Это слишком говоря, мы лишь добавили дрезину. Так еще пешком не пойдем. Я имею в виду, но пулемета у меня уже дрезины не будет. Так еще печаль беда. Ладненько, ничего. Теперь нормально погасили ублюдков. Огромное спасибо тебе, Пашкин, за поездку, а. Денег, конечно, нет или не так. Но спасибо. Я понял, понял, Пашкин, не переживай. Кто с нами не идет, а. Чего спешить? Так, патрончики. Крутяк. Не, вот пластик какая-то чива. Сейчас быстро фонарь подзаряжу. Тупо ради интереса. Смотри, там, может, что-нибудь интересненькое найдем. А нас и правда никто не преследует, поэтому можно спокойненько осмотреться, не спеша идти. Да, а тоннели реально прикольненькие, но жутковатые. Тут у нас, в принципе, ничего такого нету. Тут тоже. А, там, может, что-нибудь про нас, наверное, есть. Нет, также тупик. Ладненько, надо интересно, сбегаю вперед. Хочу просто смотреться, а. Опа, чопа, тем более они в любом случае за ними не поедут. Просто рельсы обвалились, не почему вовремя поехали. Поэтому они не скоро отремонтировали, смогут проехать на дрезинах. Поэтому Пашке, не парься. Я пока осмотрюсь. Вау. Круто, реально круто. Конечно, тихо суховатое, но тем не менее, это с ПНВшкой. Нет, с ПНВшкой не очень. Очень, очень прикольная комитичка, такая речка течет, а. Круто. А не Пашкин, все, я иду. Ой, крутяк. Интересно, мне вот очень нравится игра, поэтому всем рекомендую эту игру. Реально, она очень классненькая, прикольненькая, интересная. Даже в скором времени я на своем канале собираюсь проходить такие игры, как Far Cry 3, Watch Dog, извините, не Watch Dog, я имею в виду Resident Evil 6 и остальные игры. В общем, на моем канале вы увидите много интересных игровых прохождений. Точно не будет каких, но их будет очень много. И они будут разного жанра. Опа, дверь. Очень-очень много будет. Кстати говоря, забыл главную вещь сказать. Огромное вам всем спасибо за поддержку меня и моего канала. Я хочу говорить редко, но огромное вам всем за это спасибо. Реально, вы помогаете мне и, развитию моего канала. Видите, что я так спешу сейчас, тороплюсь, говорю, но огромное вам всем за это спасибо. За ваши комментарии, за ваши лайки и подписку на мой канал. И правда, очень приятно. Давайте быстренько ящики обшарим и пойдем. Мне надо говорить что-то почаще вам. Правда. Опа. Тут у нас что? Патрончики на калаш. Фильтры. Ага, противогаз. Тут у нас тоже патрончики, аптечка, ножи. Понятно. В общем, походу, кроме как патрончиков на крутое понятное оружие, мне, в принципе, ничего больше не нужно. Тега, у меня сколько вообще патрон? Надо посмотреть. О, калаш полный. Ага. Револьвер тоже, аптечки, фильтры тоже. В общем, круто. Честное слово, круто. Ладненько, все по-шкенски, я иду. Нет, самый легкий сей был на самом деле, да, вообще в игре, а. Честно. Так, тут у нас, в принципе, кроме мха, больше ничего такого нету. Поэтому пойдем дальше. Опа, еще ящик. И опять патрончики. Крутяк. Тут у нас, опа, еще патрончики. Патрончики, дробовик. Кстати говоря, тут у нас была заметка. Но мой постельник ее уже взял. Вот она. Заходите, почитайте. Зато я узнал, в принципе, так и я знал, что второго зовут Ульман. А это разработчики молодцы, юмористы. Прикольненько чувачку так запихнули сигарету, а. Реально. Молодцы, а. Есть чем здесь в игре повеселить. О, а вот наша дрезина. Путешествие продолжается. Серия еще не завершена. Поэтому не спешите выключить видеоролик. Почти, извините, после это... нашего боя с фашистскими дрезинами, звонит, нам да? казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка.
его имя. Мне кто-то позвонил, не знаю кто, кто-то придурок, вообще говоря, московский. Кто-то пошел нахер. Все, я сел. О, нормально, все настроено. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно, пригнись! Все, спасибо. Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Понял, да, понял, пушки. Жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Ага, уже. Все, она будет чеку, походу будет чистый. Опять давим всех. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. А, блин, какого фига, а? Что это за дела? Эй, вы чё, ребята? Я в ахере, какого фига мы застряли, а? Что за баг был, а? По идее, такого не должно было быть. Не давай, Ника. Вау. Твою медь, ну что такое, блин, а? Видели, это, походу, игра баганула. По идее, мы вроде бы не должны были застрять. Ну, по крайней мере, провалиться, я так думаю, скорее всего. Слушай, а? Скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Есть. Дубль Дарси Свайна 2. А мне реально вот тут погануло, что я вот... Начинается. Должны были надо скорее отсюда убираться. Вот, нормально. Знаете, подарочки, придурки. А? Ага, понял, понял, пошли, подожди. Тут не только кинул подарочки, вот, и тут все убери. Знаете, подарочки, придурки. Давайте, давайте. Вот, и пацан нас экономит. Тебя приходится было, на самом деле, их погасить. Мне лично понравилось. Фу. Честно. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Да уж, пошли. Слава богу, я с тобой полностью согласен, чтобы дрезины не было. Опа, видите, а? Кики моя побежала, а? Близко, считай, тварь, а? Любит нападать именно на одного человека, что в одиночку, а? Мутантское отродье. Нате, сука, горите, а? Мы сейчас покатаемся. Игроком! Держись! Такой стоит. Реально больно на самом деле. Активно Артем, а? Да уж. Пипец, Пашкин. Есть такое. В принципе, на противогасе нужен. Единственное, опять фонарь впереди. Ой, блин, есть вовремя, прыгнулся. Жутковатое местечко для депо, а? Реально, жутковатое. Ну, Аника, ничего. Прорвемся. Ведь наша главная цель сейчас на борьбе черной станции до Ульмана. И встретиться с Ульманом. Вот оно и депо. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Жутковато оно выглядит, Пашкет. Очень жутковато, сказать, а? Я здесь не хотел побывать вообще. Такое чувство, у нас сейчас нападают эти гребаные мутанты, а? Их очень много на руке бывать, а? Надо же пику. Есть! Тварь! Ну, парень, не знаю, что было, тварь! Убери! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Уже, уже по шке. Вот теперь я понял, что звуковая будет длинная. Пойдите налево.
палку по шке нереально. До конца боролся, он великий герой, поэтому уже будет сообщить прекрасно на вас, вот она, что я вдруг по шке погиб. Игрок со стулью, правильно, но совершенно не веселый, как бы. Василиса, игрок не для вас, если не играет. Занимайся. Нет. Как кому-то реально нечего придавить этот дрезины, а? Артему еще повезло, просто повезло, что он не погиб. То, что меня сейчас не придавило до резины, просто сказать, просто сказать так. Артем везучий, сукин сын. Блин, жалко Пашкина, я там чуть за него этим тупым мутантом, а. Так, что у нас там впереди? Еще фонарь, только надо чуть проверить, да. Ага, ага. Все, 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 вижу его, вагончик. Вот и все, сходим быстренько. Потом все, вернемся. Если вот там наша серия следующая начнется, и это завершится. Давайте быстренько обшмонаем этот вагончик. Может, что-нибудь найдем. Почти упырь. Опа. Растяжка. Аккуратненько. Дезактивируем ее. И дезактивируем. Опа, еще упырь. Тут у нас что? Ну-ка, ну-ка. Опа. Раз. Два. Три. Три чела. Куда более у них такая нехилая была в этом вагончике. Еще упырь. Так, с тофига в уху уж один сразу хотел газ. Жалко мне, Артема. Опа. Ствол. Круть. Новый ствол. Вау, реально круто, а. Не, прикольный ствол такой, прикольный прицел рукаваша. Так, тут у нас, в принципе, ничего такого нет. Так, ты умер. Уже, в принципе, кровь есть, а ну, вроде бы в голове ранений нет. Блин, так умирает, иногда непонятно. Нет ранения. Вот этого, допустим, вижу я. На голове дофига ранения. Видно, от чего умер. Примерно. Каска даже сброшила. Каска даже упала у него. Допустим, у этого я, в принципе, на самом деле тоже не пойму. Просто смотришь так вроде бы, да? Видимых они нет, а кровь есть. У этого, допустим, походу на вечер спорт или еще что-то непонятно. Еще патроны. Ну, упырь, в принципе, понятно и так, как он умер, тоже много крови. И еще упырь. Чуть их немало, упырей убили, а? И, блин, один Артем, блин, может быть, 20 упырей убить, а? Один. А они, блин, вчетвером не смогли убить. Столько мало упырей. Опа, еще один. Стой, мать, кикимор, а? А это просто видел, что люди умирают, союзники, и решил просто застрелиться, а? Че не беда. Я в другом месте набрал бы всех упырей и убил бы. Ну, точно, мозги бы ушибать себе я точно не стал бы, а? Маленько, по точечке мы у него заберем. В принципе, все, что нужно было взять, мы взяли. Единственное, что также заметку, тоже тут она находилась. Вот, депо. Жуткая смерть Пашкина, реально, а? Твои попутчики как мухи мрут, а? Там же Артем говорит. На самом деле так и есть, а? Сначала был вон умер, теперь Пашкин. А кто следующий будет, а? Артему просто не везет, реально. Только с этих хороших людей, вот реально нормальных людей. И они умирают, а? Бурбона... Бурбон часто играет по тупому умер. На самом деле он мог выжить. Если бы раньше у того чувака выстрелил, он бы выжил бы. А вот Пашкин нет. И он просто взорвал его каким-то образом. Он, походу, успел чеку выдернуть гранату, ну, гранату успел. Активировать. Он взорвался. Он бы никак не выжил бы. Это уже было очевидно. Но Бурбон, опа, кровь. Мог выжить. Реально мог. Ну, еще кровь. Давайте по следам крови пойдем. Что мы тут найдем? Опа, еще кровь еще. Да, что-то мы найдем. Опа, чел. Молодец, респект ему. Кто успел кофнуть перед смертью этого ублюдка. А если умер чувак, это потери крови. Вот если успел сюда добраться, вот он на него напал, но он из последних сил успел его ножом заколоть в голову и умер. Потому что также невидимых повреждений у него нет. Свой диктофон, который послушать, увы, нельзя. Я бы послушал бы. Честно говоря, почему нельзя? Видите, просто много кровища, поэтому он умер от потери крови. Почему газ есть, он не мог задохнуться. Так, в принципе, видимых ранений у него нет. Поэтому, скорее всего, потери крови, а? Ну, в принципе, перед смертью респект ему успел убить чувака. А если... Вы считаете по-другому, что он умер по-другому? Пишите в комментариях. Мне интересно знать ваше мнение. Правда интересно. Наша классика серия подходит к своему логическому концу. Как я хочу эту игрушку на хорошую концовку пойти. Я только первый раз проходил просто металлушку, я прошел на плохую концовку. Так же, в принципе, как и лучшие одежды. А исход я не играл, исход. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся в новой серии. Всем удачи, всем пока-пока!